помогает. Эрин, я не заболел? Особняк Нордкреста. С этой стороны реки он похож на надгробие. Это я возьму. Среди оборванцев. Ну-ка, что у него? Не здесь же, тупоголовый. Мы погрузили его как можно бережнее. Вы же с ними уважительно, да? О, да, уважительно. Ставьте телегу внутри и марш по хибарам. Дальше мы сами. То эти куклы здоровенные. Еще немного, и я сам отправлюсь рыб кормить. Манекены? Я пришел сюда за телом, но не за таким же. Thank you.
палатку. Пошел, ублюдок. Лучше ты чья. Клянусь слезами рыжей жертвы. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. Поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Жрать хочу. Это уже дело? Обычно все на первый день линеет, а на второй не возвращает. Мы раньше трупы за городскую стену кидали, пока в очереди не стали пулить. Их боковых переулках квартала. Но после пожара у свечников пришлось и этот уже объявить преступлением. Бедный Блоумар. Самый усердный работник тут печь.
сделала все, чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни. Как охотятся на оленей в усадьбе. Пора слетать. Я привык быть движущимся. Так, не шевелись. Отдохнуть бы. Какая тут жуткая вонь. Я стреляю лучше, чем старый герцог в лучшие времена. Отдохнуть бы. О, в Мясницком квартале и то лучше было. Как же тут воняет. О, как не тяжко.
Ты следующий канавник. Слышишь? Следующий. Вся наша стража. Теперь мрак и до богатых добрался. Но генерал будет доволен, как идет наша зачистка. Зачистка? Хорошо сказано, сэр. Молодец. Я уверен, те, кто хорошо выполняет свою работу, будут награждены по заслугам. Thank you.
Что происходит? Я не знаю. Сходи, глянь. Эй, если тут есть кто, выходи на свет. Медленно. Какое облегчение. Куда сегодня? Куда ты меня тащишь? Я нашел запертую дверь в старых мастерских. Запертая дверь в мастерских? Представляю. Какая тут жуткая вонь. Вдвоем мы ее выломаем, а что найдем, поделим. Что скажешь? Что, если нас поймают чернанками, генерал нам головы оторвет? Надо найти кого-нибудь, кто еще не отшаркал свой хребет. Что дальше? Речную вонь даже тут чую. Тут кто-то был. Причем недавно. Его следы не такие глубокие, как у стражников.
Что тут у нас? Как же она узнала? Я же старался. На той неделе мы принимали по сотни мертвец. Мрак избавил город от большего количества дерьма, чем вся наша страна. Теперь мрак и до богатых добрался. Но генерал будет доволен, как идет наша зачистка. Зачистка. Хорошо сказано, сэр. Молодец. Я уверен, те, кто хорошо выполняет свою работу, будут награждены по заслугам. Сильно расцарапаны глаза и уши самим. Шея. Надо быть осторожнее, или пойду крыс кормить. Глубокие порезы запястья нанесены самим... Да ну! По мне так все жмуры одинаковые. Зная причину смерти, легче сдержать распространение болезни. Добс тут кое-кого арбалетными стрелами утыкал. Это тоже запишите, сэр. Не умничай, страж. Это не соответствует ни твоей физиономии, ни твоей должности, которую ты рискуешь потерять. Если зазеваюсь, крысы сожрут. Снова признаки злоупотребления опиатами. Что случилось с этим местом? Предупреждаю, мой... Надо больше горла и запястья. Остаются в живых.
пусть даже и грузин. А я люблю. Кровотечение из горла и запястья. Этот мертв уже много дней. Глаза и уши предсказуемо расцарапаны. На улицах небезопасно. Может, сегодня получится поспать. Глаза и уши изуродованы, как и все ли. Даже и кузина, а я любил ее. Сегодня холодно.
Дайте мне закрытую дверь, и я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Наверняка тут есть ключ. Mm-hmm.